Всем привет! Продолжаем рассматривать скульптуры, картины художников и Касай Агава Самин. Фермеры-умельницы. Конец 19 века. Дерево, слоновая кость, высота 14. Декоративно-прикладное искусство Японии поражает европейцев высокой тонкостью исполнения и особым вниманием к деталям. Важным художественным элементом национального стиля является скрупулезная передача нюансов формы и умышленная асимметрия в декоре. Японцы поддерживают идею синтеза и зачастую комбинируют различные фактуры. Красота материала играет главенствующую роль в любом ансамбле. В представленной композиции мастер объединил техники резьбы по кости и дереву. Перед зрителем небольшая статуэтка кимоно, предназначенное для украшения интерьера. В 19 веке такие вещицы приобрели чрезвычайную популярность и изображали незатейливые бытовые сценки героев японских сказок и легенд, музыкантов, актеров, крестьян, животных и птиц, а также фантастических существ. Подобные изделия оказались востребованы в 18 столетии, когда миниатюрные брелки нецки, прикреплявшиеся к кимоно, вышли из обихода в связи с проникновением в Японию европейского костюма. Тогда мастера стали изготавливать акимоно, выполнявшие функции оберега и служившие прекрасным дополнением к интерьеру. Ну, вот такое описание к работе фермеры-умельницы Касай Агава Самин. Работа конца 19 века, дерево, слоновая кость, я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания, текст по книге «Великие музеи мира». До свидания.